Ты кто такой? Ты кто такой? Серег, ты чё? Серег! Ты кто такой? Я вообще-то хозяин дома. Серега! Вы вообще кто такие тут? Что вы тут делаете? Дурак! Как тут оказались? Уходите отсюда! Вы что тут вообще забыли, я не пойму. Давайте объясните мне. Стой, мужик, подожди, блядь. Башка раскалывается, дай гримац, смотри. Слушай, мы тебе объясняем. Короче. Серый, нормально? Нас пойдет. Пустил парнишка, блин. Серый, поснимай. Такой светлые волосы. А, я не могу. Блядь, стой, погоди, нахуй. Какой нахер парнишка? Подожди, я с ним, блин, созвонился, познакомился вообще на форуме кладоискателей. Он нам как сказал, дом достался от деда. Вот. И типа, блин, у него здесь клад зарыт. Подпали. Хозяин дома это был. Он сказал, что это нахер его дом. Хозяин дома? Это я вообще-то хозяин дома. Блин, ну я не в курсах, но он нам дверь открыл, впустил. А у кого еще у тебя ключи тут, блин? Он нас впустил, все, блин. Проводил вот к подполу, мы туда залезли, вот пацанов подтянул, блин. Серега, пинпоинтер, блин, мы искали. Юран, смысл как... в чем? Мы нашли эти монеты, блядь. Мы их нашли, блядь, там прям серебряные. А, садись. Какие вообще нахер монеты? Блядь, я не понимаю, вообще. Отвечаю, мы нашли. Какой нахер парнишка? Я не знаю. Да светленький такой, Сашок его зовут, Саша его зовут, рассказал, да. Давай, звони. Сейчас, все, звоню, стой. Проводит сюда в дом такой, вот пацаны, собственно, подпол, типа, залазить, кладуха, у меня дед, типа, покойный, здесь месяц назад окочурился, я в наследство, типа, дом получаю. Знаю, что, типа, так и так здесь монеты. Там монет на миллион. Он трубку не берет вообще, отдаем... пытается еще раз. Смотри, дозвоню, нам смотри, просто трубку не мы берет. Мы отдаем ему монеты отсюда. Он нам такой, типа, идите, пацаны, это мало, там еще тоже есть. Мы окей, типа, монеты он взял. Полезли еще искать, типа, ну, раз там, пока не будем вылазить. Он пока говорит, чайку сейчас приготовлю. Мы пошли искать, он нам кидает баллон. Что-то выпускается оттуда и все, короче. А как он вам вообще открыл дом? Он нас встретил около дома, мы здесь зашли вместе с ним. Все открыто было. Открыто. А вам не казалось ничего подозрительного, что это? Ничего подозрительного. Мы что, обычный ссор? Сказал, что ему дед рассказал, пацаны, что он в детстве. Скажите ему, что мы не вламывались сюда сами. Мы не вламывались. Ты нам чем докажешь? Тот хозяин дома, он нас тут киданул, запер с баллоном с этим. Ну смотри, ты сам... Нормально. Он, сам смотри. Он вас закрыл в подполе, кинул газу баллон и ушел. Я пришел, вас спас. Спас? И с вами сейчас до момента разговариваю. У меня просто башка сейчас не варит. Звоните ему. Звонил три раза, уже не берет. Еще просто раз звони. Не берет. Ты что сам вообще думаешь? Кто мог твой дом открыть? Я даже не знаю, мне самому интересно. Ну тут не было ничего. Мы приехали, он нас у калитки встретил. Ну, вот, сказал, подъезжайте сюда, мы подъехали. Он нас у калитки встретил, ничего было, не было. Ну, я хер знал. Все открыто было. Мы прошли так же вот сюда, блин, сразу. Ты сам там лазил вообще, историю вообще слышал про монеты? Историю? Да, слышал. Но лазить я никогда не лазил. Блядь, что делать-то будет? Вас просто жестко подставили. Давай мы съездим в ментовку и заяву накатаем. Никаких ментовок, у меня их и так с ними жесткие проблемы. Ну а нам что делать? Мы чуть не вздохнулись там с этим козлом. Я все это решу. Пробью его. А как его ты решишь-то? По-своему... А с нами ты как решишь все это? Все, идите, ребята. Короче, понятно, все нахрен, я поехал. Слушайте, ребята, если я его найду, я вам могу сообщить, оставьте только свой номер. А, давай. Ребята, перед началом видеоролика я хочу вам показать сайт, на котором можно приумножить свои деньги. А приложение называется UpX. Здесь все очень просто, но немного зависит от вашего везения. Это мой баланс, сегодня я пополнил его на 1000 рублей. И, как видите, немного наиграл. Так, я уже начал играть, сюда мы делаем ставку и нажимаем играть. Ожидание начала игры и нажимаем забрать досрочно. О, хорош, хорош. Здесь есть вывод на любую платежную систему.
Зарегистрироваться можно через ВК или через Одноклассников, но больше мне нравится рулетка. Тут тоже все просто. Красные и черные повышают ставку в 2 раза, а зеленые аж в 14 раз. Сейчас увеличим баланс и попробуем поставить на красную. Давай. Хорош! Кстати, кто не доверяет, здесь есть куча положительных отзывов, можете залетать и посмотреть. А еще у них есть очень удобная ВК-группа в виде поддержки. Залетайте, я уже там. И если вы сейчас перейдете по ссылке в описании, то у вас автоматически появляется возможность выиграть до 5000 себе на счет. Так что залетайте по ссылке и выигрывайте. Удачи! Короче, я что думаю? Хрень какая-то вообще мутная. Так, смотри. Если подумать, монетки дорогие. Сейчас он в ломбард попрет, ему там в цене металла чисто предложат. Ну, короче, за вес дадут, хотя цену-то он да знает. Там херня. Если он услышал уже цену этих монет, он понесет, остается только барыги на рынке, которые с кубкой монет антиквариата. Ну, вот. Да. Есть вот двое. Двоих знаю точно. Там, в общем, можно с ними сейчас будет попиздить. У тебя же фотки остались там этот. Монеты этих вообще съемка. Можно даже будет перекинуть мне. Да, я им просто покажу, блин. Потому что монеты редкие. Они реально редкие. Покажу хотя бы, даже если он не сейчас к ним припрется. Блин, мужики такие нормальные, в принципе. Скажу, что ворованные, короче, блин. Ну, не знаю, может, не обманут, блин. Созвонятся со мной потом, скажут. Хотя бы такой, как вариант. Так что давайте сейчас к рынку. Вот, доедем. Давай, и там, мой. Короче, с барыгами пообщаемся. Так, сам себе режиссер. Ну. Они камеру эту. Давай не будем их палить вообще. Снимать. Они разговаривать сейчас не будут, скажут, что за съемка. Я к тебе уже привык. Просто я их знаю нормально, хорошо. Ну, ну в общем, ты один сходишь. Да давайте даже лучше, да, я один сбегаю сейчас. Что, сидите, сейчас вернусь. Давай. Да, давай. А вот теперь слушай меня. Че? Тема такая. А чё если? Мне просто. Я Витар доверяю, но подозрение есть. Что если, видишь, он нас с собой не взял? И? Что если он сам все это устроил? Чтобы найти. Он сказал, у него пинпойтер нет, а у тебя типа есть. Да нет, бред какой-то. Он сейчас один туда пошел, неизвестно, что ему скажут. Я на этом форуме тоже сижу частенько, но связался. С ним этот чувак, а не со мной. Идет. Ладно, забудь, что я говорил. Че это? Ну как, успехи? Короче, не поверите, он уже там был у них. Прикинь? Да, да ну нахер. За несколько часов успеть туда сгонять? Блядь, да тут ехать-то в принципе недалеко. Да ехать-то понятно. Короче, херня в чем? У них с собой бабок не было. Такого количества, договорились на вечер. Они охренели, блин, они не видели эти монеты. Ты им что сказал вообще? Я ему сказал, что монеты ворованы, блядь, ага. Они наши, нахуй. Ну, они так, мужики, нормальные. А ему не похер, у кого покупать. Не, блядь, они нормальные, нормальные мужики, короче. Давай сделаем так, чтобы, короче, нам тоже с ним встретиться, ага. Вот. В общем, ближе к вечеру сейчас будет ясно. Я ему телефон свой оставил, вот, mm-hmm. Он мне позвонит. Mm-hmm. Он мне позвонит, короче, mm-hmm. Когда вот, ну, как, встреча вот они, у них будет. Понятно. Короче, такая вот херня. Короче, прямо его возьмем. На месте. Возьмем, нахуй. Да, и там разберемся уже вместе с ним. А че это за машину стоит? Кто приехал, что ли? Да нет, жене купил. Жене купил, где да. Бабки поднял? Бабки где? На всем известном сайте. Высокий коэффициент, большой выигрыш и быстрые выплаты. Ну, этот да. Сайт. Да-да, у них свой телеграм еще есть. Ну, я думаю, ребята оставят кто-нибудь ссылочку в комментариях. Я думаю, что ну, так точно оставят. Свеженький, хороший, блин. Ну, да. Чистенький. Поздравляю с покупкой. Спасибо. Ну чего там? Ну что? Короче, сам он не пойдет при таком раскладе, что они ворованы. Ага. В общем, он нам место сейчас сказал, где он с ним договорился. Ага. Сейчас едем туда и ждем его. Я понял. Но подожди, у нас получается машины-то пропалены. Что будем делать? Надо искать другую машину. Хотя стой! Макс должен сейчас как раз приехать. Да, звони ему, пускай он сейчас, короче, подъезжает, может, тут с ним что-то решим. Вообще, слушай, да, его сейчас можно сделать покупателем. На его машине тогда. Его сейчас можно сделать покупателем этих монет, его-то никто не знает. Так а как он с барыгой же договаривался? И чего? Да. Сейчас он от имени барыги позвонит, номер телефона же он тебе давал? Ну да. Тем более номер телефона у тебя есть, ты же ему звонил. Тебе он не отвечал. Сейчас Макс ему позвонит, допустим. С ним сначала надо будет связаться. Максимум позвонит, такой, я покупатель, насчет монет, допустим. Все. Типа от барыги от того скажет.
место назначим, назначаем уже свое, получается, какое нам удобнее. Тот туда подходит, мы его там вяжем. Ну да, ништяк, хорошая идея. Все, мы поехали, звони, Макс. Сейчас я позвоню. Я же не могу на телефон снимать и звонить. Как добрался? Че, поможешь нам? Кое-что сейчас сделать, сейчас объясню. Давай. Поедем, короче, барыгу ловить. Какую барыгу? Короче, ты будешь покупать монет. У нас чувак сегодня подрезал кучу монет на лям. Барыгу ловил. Откуда у вас монет на лям? Ну мы все, короче, все позже. Сейчас самое главное особо не вникаться и быстро это сделать. Барыга, мы договорились, он Виталин знакомый, короче. Жизнь в 9 этажей, детство и миражи. Слышь, парни, это тот чел, блядь, который нас из подвала-то вытащил. Хозяин дома. Макс, Макс. Че? Иди контрольную закупку делай. Выходишь, короче. Если он с монетами. Это покупатель, короче. Если он с подам. Да, 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 давай. И слушай, встань к забору туда спиной, чтобы он к нам повернулся. Видно будет, нет? Блин, машина какая-то бежит. Правда, это грех, а ложь преподнесут округло. Это закон, правда, здесь отправится забор. Родители не уследили, чем я занимался 8. Таким образом, здесь полстраны по 2-2-8. Если в кроссах только одна дырка, тогда 8. Если страны, это времена года, тогда Россия. Жизнь в 9 этажей, детство и миражи. Люди манекены, эти люди муляжи. В головах у них пена, а на стене мои мозги. Ну рассказывай. Что тут делать? Мы не тебя ждали. Кто тот чувак, который нас пустил домой? Давай монеты, где? Я не знаю. Ну если ты только что мне показывал. Какие монеты? Только что, которые ты показывал. Да наебашься ему, пацаны. Стой. Нет, пусть. Опа! Вот они. Вот они. Ну что ты нам расскажешь сейчас? Давай, нас. Давай, давай. Простите, пожалуйста. Нет, у моего брата оказался вообще, когда вы рассказали, что... Чего, брат? Кто да, оказался? Когда брат. Брат мой, родной. Ты поэтому в винтовку не хотел? Дом, я что-то не понял. Да блин, когда вы рассказали, что они сколько стоят его крышу, вообще сорвало. Понятно, и он что, нас там угробит, что решил баллоном своим нам? Да я не знаю, у него этого, крышу просорвало, он просто не понимал, что он ну сделал. Ну и что теперь делать будем? Я предлагаю взять свою долю. Да нет, ты что, охуел что, блядь? А нет, чё, ты сел, нахуй, ты чё сейчас ты быть, чё, это моральный ущерб, мы ебать, там сдохнуть не... могли, нахуй, ты понимаешь, да, это? А вы ворвались, ебать, в мой дом, ебать. А давайте заяву сейчас накатаем. Давай, давай. Бля, что насчет этого, Виталий, не как думаешь? А как она будет вообще выглядеть? Мы нашли монеты, у нас их украли, вы же их нашли сами. Ну нас наняли, нас чуть там не отравили, Макс. Я же тебе рассказывал. Ну и чего думаешь? Да, встань. Вставай, видишь, как я думаю. Давай рассказывай. Че, как, что делать теперь будем? Вы ворвались, ебать, вы частный собственник чужой, ебать. Вообще... Я пришел, вы там... Мы там, пацаны, сейчас заявно напишут, что твой брат покушался, блядь. Мы их нашли, понял? Без нас вы бы хрен там когда нашли. Ну откуда ты знаешь, может быть, не нашли. А нахрена тогда нас было попрягать? Просто я мои монеты буду прибирать. Нет, давай, слушай. Слушай, ты не быкуй, а? Ты че, блядь, а? Ты че нахуй творишь, блядь? Ты че, блядь? Вам пизда будет, ебать. Да нам будет, нахуй. Да не в этой ситуации, быкуй, блядь. Я просто доял, блядь, не слышу, вам пизда будет, нахуй. Поехали нахуй! Поехали нахуй! Поехали нахуй! Поехали нахуй! Вообще похуй, блядь! Просто наркоман! А вы что, монеты ему отдали, что ли? Пусть не забирает, блядь! Вы что, монеты, что ли, ему отдали? Просто не забирает, блядь! Чё? Ты точно подумал, Виталь? Виталь, ты точно вообще подумал, зачем ты монеты ты ему отдал? Хули думать-то, блядь! Сами видели, блядь, чувак не в адеквате какой-то! Да наркот какой-то, у вас с ним проблем больше, мне кажется, будет! Ну, это да. Считается, смотри, если он в натуре, блядь, заяву напишет, просто даже ментовку, нахуй. У нас как там... минимум побои. Побои, блядь, дом. То есть, если в доме пальцев только осталось. Дом у брата был или чей? Получается, да. Ну, я так понял, они братья. Ну, то есть, брат подтвердит, что он нас не впускал туда, и ну, все. Ну, ты хрен, да и пиздец.
А там мы наследили. А вообще суммарно сколько эти монет стоили? Вот 10 штук. Каждая лучше. Сколько каждая? Суммарно они не проходят. Суммарно. Это, блин, как их. Тираж очень маленький. Они идут по аукционам. Каждая. Каждая. Там, допустим, каждый замин, каждый скольчик, там что-то замятины. На цену очень сильно влияет. Но в среднем одна. За сколько можно? В среднем в районе 70-80. Я думаю, зря ты это сделал. Нашу долю надо было взять. Да как проблем с ним? Нихуя. Чего? Да ладно! Че, серьезно?